20 жителей Балхаша стали жертвами интернет-мошенников. Количество фактов обмана через социальные сети и сайты растет. Еще в августе пострадавших было 10. За 3 месяца цифра выросла в 2 раза. Последний случай произошел в конце октября. Жительница города заказала через Инстаграм одежду на 200 тысяч тенге. Девушку обнадежили положительные отзывы о продавце, и она перевела сумму на счет. В итоге ни вещей, ни денег она не получила, а телефон поставщика оказался отключен. На похожую уловку с начала года попались 20 балхашцев. Люди перевели мошенникам от 10 до 560 тысяч тенге за одежду, ювелирные украшения и запчасти, но оказались обмануты. Отследить получателей практически невозможно. Все номера оказались незарегистрированными. Убедительная просьба горожанам города Балхаша не верить таким ситуациям, значит, не переводить деньги. Если такие есть факты, обращаться в отдел внутренних дел города Балхаша.